Всем добрый ранний субботний вечер. Сегодня, наверное, последняя суббота января. Наконец-то мы дождались этого дня. Ну, в смысле выходного. И пришли с Татошей на его любимую площадку питомца в Москве. Сейчас он здесь немножко поиграет своим оранжевым мячиком. Возможно, какая-нибудь подружка к нему придет. Поиграет с ней. И пойдем показывать его ушко. Что-то оно не проходит. Гематома у него и болит. Какая-то из подружек, похоже, ему прикусила эти вкусные, красивые уши. И они все никак не заживают. Но у нас маленький оранжевый снежный футбол. Любимый Татошин мячик. Ну и по пути, вернее, по ходу дела, подъедаемся, да? Сегодня мы без комбинезона, только в ботиночках. Потому что все дороги посыпаны в Москве реагентами, политые соли посыпаны. А так комфортно. Сейчас минус 6 градусов. Почти зимний вечер в Гаграх. Вот так. Ладно, может быть, мы еще включимся. Всем желаем, как всегда, хорошего настроения. Улыбок на лице побольше. И здоровья. Берегите себя. Мирного неба над головой. Всем пока. До следующих включений.